Всем соболезны, друзья. Всем привет. Приветствую вас на новом ролике на моем YouTube-канале. И сегодня я в такой прекрасной локации с прекрасным видео. Надеюсь, если видео херовое, то нахуй я покупал камеру. Надеюсь, хорошее видео. Если херовое, то ничего не изменится. Вот. Сегодня очень интересный ролик на тему того, как же не попасться на в интернете. С чего я решил снять этот ролик? С того, что дорогой мой друг, решил пойти на обучающий курс Миши Литвина. Недавно у него был курс по крипте, по криптовалюте, арбитраж, трейдинг, вся эта тема именно в крипте. И его там знатно наебали. Ну, то есть, условно, говорили одно, что ты начнешь зарабатывать в крипте через месяц. А получилось, что он отдал деньги и не начал зарабатывать через месяц. Так вот, в этом ролике я разберу... Вообще, откуда породились такие чуваки, ну это, я думаю, всем понятно, которые наебывают. Разберем, как не попасться на таких чуваков, какие признаки того, что курс обманный, и как найти тот самый необманный курс, на котором действительно можно получить какие-то важные знания и впоследствии монетизировать их. Окей, давай начнем с того вообще позиционирования курса, допустим, конкретно Миши Литвина. Кажется, что я как-то наживаюсь на его имени, ну, вообще-то так и есть. Позиционирование курса, заплатя 5000 рублей, то есть цена доступная для каждого человека, она сделана максимально, чтобы на объеме его аудитории собрать максимум, понятно. Что за месяц прохождения курса, который состоит из нескольких блоков, там арбитраж, трейдинг, еще что-то, я не помню честно, я не буду это смотреть. Вы научитесь зарабатывать на крипте и сможете купить этот курс в несколько раз. И как он заявлял в своих сторис, его ученики, с которыми он проводил этот курс, которым как бы тестировал этот курс, они там начали миллион зарабатывать на следующий день. Тем не менее, братец, скажи, пожалуйста, свой оборот после курса. 30 миллионов примерно с одного аккаунта. Что за хуйня ебаная? Я занимаюсь криптовалютой год, миллион я пока не зарабатываю. Либо я тупой, либо Миша умный, блядь. Либо кто-то обманывает кого-то. Наверное, я тупой. Само позиционирование курса, что ты за короткий срок времени, условный месяц, за маленькие деньги, за какие-то 5000 рублей, ты научишься зарабатывать миллионы. Ну, во-первых, у каждого здравого человека, наверное, возникнет вопрос, что за хуй? Ну, мы, конечно, верим в лучшее, действительно, что все будет хорошо и все заработают, но нужно все-таки оставаться немного реалистом и понимать, что тебя никто не будет так озолачивать. Если бы это было так доступно, то, наверное, все были бы миллионерами, а не шлялись у помоек. Да? Да. Давай перейдем к тому, как можно узнать, что это нахуй курс и что тебя... Ну, ебать, блять! Давай, первый пункт – это позиционирование, как я сказал. То есть вы должны своей головой немножечко подумать, где логика есть, где логики нет. Если логики нет, бегите оттуда быстро. Ну вот, условно, как в случае Миши Литвина, нужно было бы бежать моему другу, а не заходить на курс, блядь. За примерно 2 месяца до начала курса у него был хороший прогресс, где он говорил, что я вложил миллионы в крипту, подогревал аудиторию на то, что скоро будет курс. Окей, то есть он заранее начал говорить, что он вкладывается и верит в крипту. То есть вы должны чувствовать, что идет прогрев у популярного блогера. Как правило, как работает эта система, что собираются ребята, делают какой-то курс, окей, приходят к блогеру, и они зарабатывают. Блогер зарабатывает, ребята зарабатывают. Не зарабатывают только те, кто покупают курс, то есть мы с вами. Друзья, мой вам главный совет, как не попасть на курс. Во-первых, скажу вам сразу, блогеры не будут запускать курсы по крипте, если они изначально этим не занимаются какое-то долгое время. Если вы видите, что блогер прогревает вас 2 месяцами того, что он заливает в крипту, то, скорее всего, это просто прогрев перед очередным курсом. Понимаете, что блогерам, ну, в принципе, направление крипты интересно только для заработка, монетизации аудитории, а не вклада своих активов в крипту. Ребятки, я вам хочу сказать про то, что нет четких параметров, по которым можно определить, вас хочет обмануть человек или нет. Просто вы должны понимать, что общая картина. Человек-блогер месяц занимается криптой и тут делает курс. Ну, что-то странно, действительно. Вряд ли он там за месяц научился тому, что
поможет вам зарабатывать условно миллионы. Да, на курсе Литвина были именитые ребята, у которых большой опыт действительно в крипте, и это не нули в крипте. То есть вы можете посмотреть их YouTube-каналы, их портфели где-то даже. Но нужно понимать, что за такие деньги, на такую аудиторию, потому что аудитория Литвина это все-таки... В общем, это не аудитория, которую будет учить криптоинвестор, допустим, да. Ну, это просто морально, понимаете? Да, там ребята заряжены, учителя там заряжены, но они заряжены не на то, чтобы рассказывать что-то, а они заряжены на то, чтобы просто собрать с вас бабла. Как найти годный курс? Расскажу на своем примере, как я находил годные курсы. Во-первых, я делал это через коворк, через фриланс-биржи. Я писал запросы, там мне отвечали разные ребята. Окей, я написал на фриланс-бирже, мне ответило там 10 участников, после чего у всех 10 я попросил скинуть их портфель активов, скинуть их историю сделок, то есть условно статистику за последний год, да, и вообще рассказать о себе. Из них я отобрал уже 5 людей, у которых более-менее, ну то есть вообще, я вам так скажу, половина просто слилась, сказала, ой, нет, слушай, историю сделок я тебе скидывать не буду, это приватная информация, значит, человек тебя наебывает. Если бы он был чистый, ему нечего скрывать, он тебе спокойно скинет историю своих сделок. Окей, из людей, которые скинули историю своих сделок, дальше я отбираю людей, как минимум, которые понимают, о чем говорят. То есть человек не путается в словах, он просто по общению это понимаешь. Допустим, он тебе говорит одно, через какое-то время он тебе говорит другое. Таких людей ты отсеиваешь, окей. И дальше ты просто смотришь на опыт человека, на анкету человека, сколько людей он обучил, связываешься с учениками его через, допустим, тот же самый коворк, спрашиваешь, как он, чего, действительно ли ты вышел на заработок какой-то, чем он тебе помог. И, допустим, как учитель, которого я нашел, а именно Дамир и Артем, это ребята, у которых компания, которые занимаются конкретно обучением трейдингу. То есть Дамир сам очень давно в рынке, Артем это его подопечный, его ученик, и сейчас он как бы тоже занимается наставничеством. Изучив всю эту тему, посмотрев их инстаграм, пообщавшись с ними в зуме, я понял, что, бля, звучит как будто я что-то продаю, но я просто рассказываю, как это было на моем примере. То есть, условно, с учителями с курса Литвина вы не сможете посидеть в зуме лично один на один, поболтать, понять, что это за человек и действительно ли он тебе не врет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Под конец, друзья, вам скажу, что чудес вообще не бывает. И даже самый лучший трейдер, даже самый, не знаю, какой-нибудь Уоррен Баффет, он вас не научит зарабатывать. Никто вас не вправе научить зарабатывать. К этому должны вы прийти самостоятельно. Окей, какой-нибудь хороший трейдер действительно вам даст основу, над которой вы можете работать. Но зарабатывать он вас не научит, потому что это его хлеб, и это глупо отдавать свой хлеб. Он даст вам, возможно, какие-то основы технического анализа, фундаментального, как это работает в классике, то есть как его учили в начале, но потом ты сам должен углубляться, сам что-то искать, что-то изучать и приходить к своему заработку. У каждого своя стратегия трейдинга. Нет никого, кто бы торговал по каким-то канонам, нет никаких законов трейдинга, что делай так, 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 и ты заработаешь. Нет, каждый видит рынок по-своему, со своей точки зрения и то, как ему удобно. На этом все. Всем спасибо, кто был со мной. Удачи. Хорошего дня. Торгуйте, зарабатывайте. Пишите мне, отвечу. Инстаграм, телеграм. Телеграм не убираю. Только инстаграм. Подписывайтесь на инсту. А, еще... ТикТок. Спасибо. Пока.